Привет, Питер, мы последний танк из Парижа. Рады видеть вас в этот летний вечер. Сегодня мы играем акустику для вас. Под названием «Новые времена». Все у нас настигли эти новые времена, которых мы не ждали, наверное. Замечали, из Санкт-Петербурга в Питер ездят поезда, они зеленого цвета, это никакой не образ, все на самом деле так и происходит. Приходите на Финляндский вокзал, там любая электричка, она зеленая, поэтому наша следующая песня — «Зеленые поезда».
Не уходи никогда, останься. Посмотри, как зарежут горло, закатывают зеленые поезда. Они все время уходят в никуда. Все время. Скажу, чтобы он перестал. Я тебя столько ждал. Я ненавидел тебя все время, я ненавидел тебя всегда. Разденься, и ты увидишь, как в розовом небе сверкает другая звезда. Она все время уходит в никуда, все время. Thank you.
Можно басы чуть-чуть помягче сделать, там вообще задавливать. Басы помягче сделать, только не кричи оттуда. А то у нас эксперт, тут что-то. Ты меня перекрикиваешь, это акустика. Я бы тебе лестницу никуда сыграл, но видишь, сегодня другой концерт. Следующая песня, одна из наших самых ранних песен, это песня с альбома про Намания, хотя на самом деле она должна была еще в детственность войти, по-моему. Но не вошла, да, потому что она чуть позже появилась. Эта песня «Уходи», она очень дорога для меня. «Ключи от всех дверей» это песня. Песня «Листовки». Чей-то вдох, звезды в тысячи карат, мажут слово на листок, ведь листовки не горят. Солнце закатилось вниз, солнце смотрит мне в глаза. Вот моя рука, держи, что еще тебе сказать? Когда же начнется ночь? Когда же начнется ночь?
всю ночь. Следующая наша песня называется «Отстань от меня». Это песня с альбома «Свобода слова». То, чего у нас вряд ли никогда теперь будет. Ну, в принципе, альбом как раз об этом. И песня «Отстань от меня» как раз об уходящей свободе. Погнали! Thank you.
курили траву и уходили. В дым сигарет блестящие звезды вас больше нет. Поэтому просто отстань от меня. Спасибо, Питер, 24. Следующая песня с альбома «Порядок вещей». Это песня «Край ночи». Мы не часто играем. Но сегодня на акустике вот мы решили обязательно исполнить. Блин, ну похлопайте хоть нам, я что-то. Ну уже лучше, лучше. О, давай, давай. We'll be right back.
Следующая песня с панк-альбома «Ультиматум». Это тоже песня, кстати, про расставание. Она так и называется, «Ультиматум», кстати. Другими словами, вы сейчас услышите питерский блюз. Давно что-то его здесь не звучало на берегах Невы. Пошла, тебя никто не спрашивал, крутая была жизнь, музыка и пашила, пляди давали, все было до пизды, все было нормально, пока не появилась ты. Чему ты меня учишь, имею я беду? Нахуй пошла, я старше тебя вдвое, и если мозга нет, то лучше промолчать. Я ничего не спрашивал, оставь меня в покое. Пошла отсюда нахуй, и нечего кричать. Чему ты меня учишь, мне я не думал. Пошла. Я никогда не спрашивал советов тех, кто за свою жизнь прочитал. Ну, может быть, где-то книжек 20, да и то Донцовой, блядь. Твои тупые разговоры я через хуй кидал. Чего ты меня учишь, имею я в виду? Свои советы и пошла в пизду. Очень личная история моего развода. Вы не должны были ее знать, но так случилось. Думаю, не только твоего. Так, поднимите разведенные руки, нахуй. Хорошо, а не разведенные, блядь. Да не, пополам, короче. Потом вы поменяетесь, это такое, такая рокировка, вы поняли? Следующая песня «Новая жизнь» — это песня с нашего альбома «Параномания». Очень хочу проследить ее память Эдуарда Старкова, величайшего поэта-композитора.
кварталам, кривым городам, по потерянным странам и далеким мирам. Разлетелись птицы, пауки разползлись, чтобы снова родилась новая жизнь. И кривым городам, по потерянным странам и холодным мирам, словно тучи по луже, облака по реке, расплываются мысли по моим рукам. Миллион лет назад, как стояли камни, так и стоят. Следующая песня с альбома «Зеркало». Я здесь вижу человека, который принимал участие почти во всех наших, вообще практически во всех наших питерских альбомах. Это Есин Тропилов, похлопайте ему, это знаменитый человек. Помнишь, Есин, как мы «Зеркало» писали, как ты там, а? Ползал там между этими мониторами там. Вот, звучание вот этой песни, кстати, во многом обеспечил этот человек, да. А также Владимир Андреевич Тропилов, который позволил нам записать на его студии, по-моему, несколько альбомов совершенно бесплатные. Давайте его тоже похлопаем. Человек, который рок-н-ролл вообще сделал. А песня «Зеркало», которую мы сейчас исполним, называется «Наша ночь», в простонародье «Я и ты». Thank you.
оставляя на нем золотые следы. Это наша ночь, мы опасны. Все ждали эту песню. Come on.
городов. Наступит новая весна, я растопчу твою любовь, чтоб не сойти с ума. Привычный порядок вещей, привычный порядок ищи, привычный порядок ищи, порядок ищи. Спасибо, Питер! Следующая песня по фильму Арсения Тарковского. Бля, кто там хуярит? Скажите, чтобы они прекратили этой хуйней заниматься. Алло, гараж, бля, вытащи свою хуйту, мы тут играем. Куда, бля? Небо, как в зеркало, я уже забываю, как гасится свет. Я уже забываю о том, что нам весело, и про то, что теперь интересного нет. Я не могу видеть эти пропавшие или предавшие нас мечты. Они улетают все дальше и дальше, смотрят на нас своей высоты. Слова не нуждались ни в чьих оправданиях, словам не нужны никакие слова. Они изменяют любое сознание, от этих таблеток болит голова. Ла-ла-па-па-па. Разведенных и женатых, бля. Хочется понять, а вот вы развелись-то по какой причине? Женатый же самый. А может, вы дела не делали просто с ним? Или наоборот, давайте у тех, кто не развелся, спросим, а почему вы не в разводе? Может, вы все продолжаете делать свои дела, да? Следующая песня «Делали дела». Снова раздевают. Делали дела всю ночь, любовь встречая. Делали дела. Давай, 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 давай. Час, а на улице так сыро и темно,
который раз притворяемся счастливой. Да! Тёли дела, всю ночь приход встречает. Делали дела, давай, давай, давай. Делали дела, всю ночь любовь встречает. Делали дела. А вот когда они говорят «давай», у них сразу развод, понял? То есть он говорит: «Бля, подожди, ну ты давай». Она говорит: «Не, не давай, ну тогда развод». Или наоборот, который разведен, они говорят: «Ну ты давай, может?» Она говорит: «Нет, все, какой может, какая может быть свадьба после этого, правильно?» Да заткните вы этих мудаков, они заебали. Следующая песня «В руки ножи». Thank you.
втыкает в сердце нож. Пинать детей, какой союз? Приказ по армии искус. Спасибо. С вами жарко просто. Песня игрушки, следующая песня. Билеты в край, это достало навсегда, о, запрещенный рай. Запрещенный рай.
холодный ветер обнял пальто. Здесь не врубается никто в твои глаза и в красный рот. Последний танец в Париже. Ну что, немножко английского фокстрота, пацаны. Следующая наша песня с нашего последнего альбома, который выходил, страшно сказать, вообще в какие-то безумные времена в 16 году. Мы вообще в последнее время любим короткие синглы и пихи. Как-то альбом в последнее время кажется несовременным. Но на последнем нашем альбоме, который назывался «Реакция», вы помните такое название? Мне кажется, мы многое предсказали из того, что сейчас произошло. Переслушали этот альбом. А мы сейчас попробуем исполнить главную, как сказать, заглавную песню с этого альбома, которая так и называется «Реакция». Но исполним мы ее сегодня в стиле фокстрот. Реакция на ноль, реакция страны, реакция шприца, реакция вины, начало конца. Реакция, реакция. Реакция на время, реакция культуры, истошные сомнения в объятиях диктатуры. Реакция на химию, реакция на власти, причины или следствия, родственные связи. Реакция. Фраза «Истошные сомнения в объятиях диктатуры». Мне кажется, это полностью описывает наше сегодняшнее состояние. Истошные сомнения в объятиях диктатуры, а? Ну, оцените, это же пизда. Следующая песня лирическая, это... Сейчас поговорим об этом, я даже не орю. Бендер на Бали, ёпта, отдыхает. Очень долго уже. Или он политический эмигрант, выбираю из двух.
Так, ладно, следующая наша песня с альбома «Зеркало». Это песня... Тихо-тихо. Это песня нет, это песня о расставании тоже, это песня об экзистенциальном поражении, которое испытывает каждый человек, когда он лишается любви. Но если мы вспомним слова Луфера и Селина о том, что чем на самом деле является любовь, то, может быть, это и есть избавление. Это песня об этом. Нет!
холодный рассвет. Но все не случайно, нет. Садись ни на что. Нужно прожить стоя. Все время стоять. Какой? Мы должны стоять в хаосе. Следующая песня именно об этом. Трава, любовь. Спасибо, Питер!
провода, разморозит лед, а потом начнет тихую войну за свою страну, розовую грязь, золотую весть, три пера весны и радостны. Пора сняться до утра, разбудить хотя уровень дождя, обрывает звук и почти мою тащится гроза, но мои глаза видят эту слизь. Лучше обойтись без моих слов, у пяти углов бесполезно ждать, потому что врач про такой смех отвечать за всех. Заставляйте шлюх, заставляйте шлюх. Черт, или это я, приступы вранья, выдаю за стон в городе пустом, скользком от дождей, скользком от дождей. Я целую воду, улыбается Франциск из холодных брызг. Ах, какой красивый рот делаешь, я! Очень важная для меня песня, очень важная. Падают огни, канат натянут, точно крест, летят воздушные шары. Слоны зевают, спит оркестр, лишь там, где света нет почти. Среди разобранных витрин сжимают черные ключи, о чем-то плачет Арлекин. Куда
опять. Он снова пел, страдал, любил. Он был безумен, как поэт. Но жизнь прошла, как будто сон. Но жизнь прошла, как будто фильм. И маска стала, как лицо. Под нею плащет Арлекин. Куда уходит эта ночь? Настоящей любви. Пусть на изнанку пальто, ведь не видит никто меня в черном окне. Не под дождями дошли, ты опять на спине, половина в уме. Ла-па-па-па. И я вижу свой страх на кустах и домах. Горле теснится народ, доктор долго светил мне фонариком в рот. Может быть сесть на трамвай, может лечь под трамвай, может просто поспать. Не под дождями дожди, ты опять на спине, я не мог бы летать. Ла-па-па-па. Спасибо, Питер. Мы последний танк в Париже. Я стоял и плакал, старика. Мы исполним сейчас песню «Дворы». Расскажи, как надо жить.
роз. Никому не снеги. Но кончаются слова, но в руках поет стоп-кран, и кружится голова. Разве можно знать, когда начинается война? В небе вертится звезда, косяком горит страна. Горят косяками ночные дворы, ночные дворы. Горят косяками ночные дворы, ночные дворы. Только вычеркнутый знак, только улица и ночь. Это прячется в кулак, электричка, поезд, дождь. Расскажи мне про любовь, расскажи, как надо жить. Только зарево костров никому не изменить. Так же, как и всегда, так же, как у всех. Ночные дворы, ночные дворы, ла-ла-па. Горят косяками ночные дворы, ночные дворы, ла-ла-па. Барабанщик, клавишник и вообще мультиинструменталист Денис Антонов исполнит великую песню. Он исполнит песню Эдуарда Старкова. Давайте ее послушаем. Стерта до самых костей.
мне кажется, актуальненько. Эдуард Старков! Я говорю, иди играй, ёпта, стоит хлопает. Ну, давайте похлопаем Дениса. Да, Денис Антонов, барабаны! Егор Медведев, бас-гитара! Денис Кириллов, клавишные! Лёха Никонов, вокал! Спасибо за теплый прием, спасибо, мы вынуждены закругляться, время... Спасибо! Весна, и он падает в закат, и все как будто бы прошло, прощается назад. Пусть ничего не изменишь, и календарь опять соврет, ведь остается только ночь, и это грязное белье. Закончилась весна, и сколько не проси, лишь черный календарь, и желтое такси. Закончилась весна, и между нами вновь слепые города, великая любовь. Остается только ночь, она во власти наших слов. Смотри, закончилась весна, но начинается любовь. Пусть ничего не изменишь, ты время не вернешь назад. Смотри, над городом горит кровавым пламенем закат. Закончилась весна, и сколько не проси, лишь черный календарь и желтые дожди. Закончилась весна, и между нами вновь слепые города и великая любовь.
Саша, спасибо! Стоит Гузер из группы «Почти счастье», и охуенно у него там лавка. Там продаются мои книги «Лучший тотальный джаз», футболки ПТВП и мои открытки. Когда будете уходить, не забудьте туда зайти и купить что-нибудь. Я вам все подпишу. Не уходите! Конец дискотеки, Питер! Конец дискотеки, Питер! Питер! Конец дискотеки! Спасибо огромное.